Откуда у нас столько мусора все время, а? Да это соседи подкидывают по-любому, у нас не может быть. Ну вот просто это, мешками. Это мусор. Не наш. Не, настойку боярышника, кстати, так ни разу и не пробовал. Это точно. Сергей, тема с туберкулезом и шизофренией не была раскрыта. Расскажите, пожалуйста. Нам очень интересно, что такое было? Дядя сидел в тюрьме, да, и там подхватил, потом пришел с тюряги, и, короче, прожил, по-моему, два года, по-моему, ну, короче, он умер в 33 года, вот, ну, там, ну, наверное, это был не туберкулез, я точно, я молодой еще, маленький был, там, не помню, там, этих диагнозов, там, ничего. Вот, но он отсидел, потом пришел очень плохо, он там бревна эти пилил, там эти, как им там, ну, короче, и заболел, потом пришел два года еще на свободе, побыл и умер, 33 года ему было. Свечку, окна 500 рублей, вообще я бы выкинул бы, ну, ну не за 500 значит, рублей. Выкинул? Я только купил вчера. Ну за пятак сейчас, за свечу, блин. Из окна? Он с балкона выкинул, а что нет? Такой хулиган. Бывает. Где-то в глубине, просыпается во мне тигр. В глубине души, да. У тебя сидит вот это хулиган. Ну не за 500 рублей, ребят. Секретарша. Была. Был помощник у меня. Помощница. Да. Была. Ты что-нибудь кидал по молодости из окна? Я спрашиваю. По-моему, все кидали с балкона. Ну, что-то было. По молодости, это в детстве, наверное, все-таки. Ну, да. А что мы кидали-то? Шарики водой. Ну, не шарики, а давай честно говорить. Презервативы наливали водой, кидали. Ну, шарики. Ну, вы пацаны, мы так шли дальше в этом вопросе. Ну, было дело, что еще? Капитушки мы делали. Ну, капитушки. Тоже можно было водой. Да. Дома гавкает Эльза, но он редко гавкает. Вот у него как-то, знаешь, такой, он так. Ну как, ты услышите? Да, вот у него такое. Так редко, интересно. Но интересно так, да. Не, он, кстати, собаки в ботинки не срут. Они их только едят. Да. Понеси кеду. Какую? Чего нет? А вон она там лежит. Мою? Измученная нарзаном. Она, по-моему, в комнате вот здесь со стенкой. Но сейчас покажу вам кеду. Это, впрочем, вторая. Португальская, между прочим. Да. Кеда португальская. Норм ценник. Ну а как? Кеда первая уже все, и ее пришлось выкинуть. Обзор на кеду. Португальскую. Моя. Кеда. Вот. Была. Была. Шелби. Зубы точат. Поработал. Да. И причем мы ее уже не выбрасываем, но пускай уже домучает ее. Вот это кеда. Такая. Вот. Мои ботинки уже два раза в ремонте были. Наталины. Сейчас поедут. Садить туда. Шлепочки такие. Это Шелби у нас развлекается. А мы это... Да. Паилку-то не Чё? Купили еще до сих пор? Ашан закрыт был. Сегодня какая-то ситуация, я хотел в Ашан пойти. Закрыт. Нет.